Глава Искитимского района Юрий Саблин ознакомился с работой одного из самых крупных сельскохозяйственных предприятий региона. На минувшей неделе он посетил агрофирму «Лебедевская». Подробности в сюжете. Почетной грамотой награждается коллектив АО «Агрофирма Лебедевская», генеральный директор Трофимова Наталья Георгиевна за первое место по третьей группе среди предприятий сельского хозяйства торговли и переработки сельскохозяйственной продукции. Вот, подписано все как надо, все, почетная грамота. Спасибо. Поздравляю, дорогие друзья. И чтобы всегда были только первые места. От поля до полки. Животноводческий комплекс позиционирует себя как предприятие закрытого цикла. Они сами выращивают и заготавливают кормовую базу. Здесь содержат 3500 голов, 1500 из которых – дойное стадо. Применяет современную доильную систему «Параллель» с одновременной дойкой 58 коров. И на собственном предприятии изготавливают молочную продукцию, которая через торговую сеть поступает к потребителю. Микроклимат, у нас всякие есть измерительные приборы, которые позволяют нам понимать, какой микроклимат в том или ином корпусе находится. Юрий Саблин сегодня знакомится с работой животноводческого комплекса в целом. Его проводят по коровнику, профилакторию, рассказывают о технологическом процессе, а также о том, какие внедрения позволили сократить потери предприятия. Агрофирма «Лебедевская» – лучшая организация района по охране труда. Оценка дана по итогам работы предприятия за 2020 год. Высшая награда за показатели в совершенствовании управления охраной труда и изучении передового опыта.